достаточно сложная сегодня была игра. С чем это будет это связано, мы, наверное, разберемся на следующей неделе. Ну, коррективы сказали, что нельзя останавливаться с такими командами. Надо попытаться забить гол, может быть, будет легче. Ну, в принципе, второй гол все вопросы снял. Хотя игра достаточно напряженная была, много сегодня ошибались. Не все получалось и в атаке, и достаточно проблем было в обороне. У вас сегодня с заменами все получилось. Выпустили Вагабова, через несколько минут он забил. Да и второй гол Чиканчи тоже предпоследним пасом многое сделал. Ну хорошо, когда ребята выходят и добавляют еще агрессии команде, тем более забивают. Вагабов забивает уже в третьей игре. Но это работа нападающего. Он делает свою работу, делает ее хорошо. Можно сказать, что он заслужил уже выйти в стартовом составе? Или пока Джокер? Ну, пока у него получается хорошо выходить на замену, но, естественно, там шанс всегда предоставим. В турнирной таблице поднимаемся, сейчас у Терека матч в запасе, но мы уже четвертые, тем не менее, там отставание есть от третьего места. Смотрим в сторону медали или вот не смотрим, а отталкиваемся от себя? Ну, правильно сказали, мы отталкиваемся от себя, а там уже как получится. Ну, по крайней мере, в каждой игре будем стараться выигрывать.